Сегодня завершился очередной важный этап подготовки к единому дню голосования. Регистрация кандидатов в депутаты всех уровней. Территориальные окружные избирательные комиссии в течение 2 недель проверяли документы претендентов на соответствие требованиям избирательного законодательства. Сегодня на очередном заседании окружной избирательной комиссии производилась регистрация кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Подано было 2 гражданами заявление и комплект документов на регистрацию. Все 2 человека были зарегистрированы. В областной совет депутатов по 3 избирательным округам было зарегистрировано 6 человек. При проверке документов рассматривались декларации о доходах кандидатов, данные, указанные непосредственно о имуществе. Для депутатов, которые выдвигались путем сбора подписей, проверялись подписи избирателей, и для депутатов, кандидатов в депутаты, которые выдвигались от политических партий, рассматривались документы, поданные политическими партиями. За регистрацией кандидатов в депутаты всех уровней следили международные наблюдатели. По их словам, процесс проходил открыто, гласно и демократично. Исполнительный комитет СНГ очень активно участвует в мониторинге электорального процесса в странах Содружества. Нынешние выборы – это уже 125-я миссия, а в Республике Беларусь – 12-я. У нас очень большой опыт по наблюдению электоральным процессом. И в числе наблюдателей, дипломаты, юристы и специалисты в различных областях с большим и жизненным, и государственным опытом. Работает штаб в городе Минске, штаб исполнительного комитета, и итоги наших наблюдений мы направляем в штаб. И по окончании избирательного процесса штабом будут объявлены официальные итоги наших наблюдений. Непосредственно, что касается меня, я уже не первый раз участвую в качестве международного наблюдателя в электоральном процессе Республики Беларусь. И могу сказать, на сегодняшний день, по итогам наших встреч, посещений районов, отдельных районов Брестской области, нынешний этап электорального процесса проходит на основе действующего законодательства. Комиссии, состав комиссии сформирован из числа действительно опытных, квалифицированных специалистов. Текущий этап избирательного процесса проходит гласно, прозрачно, демократично, открыто, без каких-либо нарушений. Уже завтра начнется самый горячий этап электоральной кампании – предвыборная агитация, которая продлится вплоть до единого дня голосования. Оно состоится 25 февраля 2024 года.